Прости. Эй, Терри, нет, нет! Глори, успокойся тише, езжай домой. Я, как и ты, не понимаю, как связать эти улики. Ты убил моего сына, Терри! Посмотри сюда! Терри убил ребенка, а потом ведет себя так, как будто хочет, чтобы его поймали. Какой преступник стал бы так делать? Он невиновен. Улики противоречат друг другу. Как это объяснить? И к чему ты ведешь? Это Терри Мейтленд в 100 километрах от места преступления в момент убийства Фрэнки Питерсона. Человек не может существовать в двух реальностях одновременно. Не убивал я мальчишку, Ральф. Если в деле много совпадений, не игнорируйте эти совпадения. Я не терплю то, что нельзя объяснить. Что ж, сэр, тогда со мной вам будет сложно. Она всего лишь просит смотреть на вещи шире. Смотри сколько угодно, а я займусь уликами и фактами, тупой хренью для копов. Тебе лучше прекратить расследование. Я чувствую, что может случиться что-то плохое. Плохое уже случилось. Если ты сам не можешь поверить, ты ставишь под удар остальных. В детстве я ни во что не верил. Ни в Бога, ни в дьявола. Но теперь я верю. Есть что-то еще. Страшнее, чем я думал.